Это Настя. Думаю, что многие из вас знают ее. Настя ведет свой ASMR канал уже более 2 лет, но недавно YouTube решил удалить ее канал. В любом случае, если вы были подписчиком Насти, либо видите ее впервые, загляните на ее новый канал. Там для вас уже есть несколько новых видео. Ссылка будет в описании. Привет. Добро пожаловать на осмотр глаз. Сейчас мы проведем с тобой некоторые процедуры и проверим твои глазки. Хорошо. Что ж, я надену перчаточки. А ты пока расскажи мне, что у тебя с глазками? Все хорошо? Так, я тебя понял. Что ж, тогда сразу же начнем. Я попрошу тебя наблюдать за кончиками пальцев на моих руках и кивать мне, когда пальцы выходят за пределы твоего поля зрения. Смотри, пожалуйста, на мое лицо, а периферийным зрением на палец. Хорошо? С помощью фонарика. Начнем издалека. Наблюдай, пожалуйста, за фоном, за моей спиной. Не сильно ярко. Хорошо. Отлично. Что ж, теперь следующий тест. На границе вашего поля зрения я буду сгибать пальцы. Ваша задача сказать мне, на какой из рук, на правый или на левый, пальцы были согнуты. Хорошо. Что ж, начнем.
позади меня. Отлично. Прекрасно. Прекрасно. Так, еще. Отлично. Что ж, давайте еще повторим разочек. Хорошо? Пожалуйста, на фон сзади меня. Фон позади меня. Еще раз издалека. Что же, реакция глазок довольно хорошая. Теперь другой глазик. Ваши глазки. Пожалуйста, расслабьтесь, я сделаю это с помощью своих рук. Немножечко посмотрим поближе на ваши глазки, чтобы понять, что к чему. Так, сначала этот. Ага. Прекрасно. Мне нравится, как ваши глазки реагируют на свет, как они выглядят. Могу сказать, что у вас с этим все хорошо. Поэтому следите за зрением почаще.
сеансов, на которых я буду ждать вас снова и снова. Поэтому приходите. А на этом мы закончим.